привет! Сегодня у нас лайфхак, как экономно приготовить красивый детский тортик на день рождения вашему ребенку. И в конце будет как калькуляция, поэтому не переключайтесь и досмотрите это видео до конца. Для начала нам понадобится сахарная бумага, точнее уже распечатанная картинка на сахарной бумаге. Я заказала эту картинку за 80 гривен, ее доставили на следующий день после покупки, и, в принципе, меня этот сервис и сайт очень сильно радует, потому что я заказываю уже второй раз картинку на день рождения своему ребенку. И я заказываю сахарную картинку, потому что сахарная картинка не требует покрытия сверху специальным гелем, есть еще бумага рисовая, вот она требует еще покрытия специальным гелем. Итак, мы вырезаем из формата А4 нашу картинку на тортик. Вот такая она получается. Обязательно нужно помнить, что эта картинка предназначена для торта весом 1 кг. Если вы возьмете полукилограммовый тортик, то она будет больше по диаметру, чем сам тортик. В данном случае я убираю картонку, но делаю это не сильно аккуратно, потому что у меня вот-вот должны уже прийти гости. Но вы можете сделать это все более аккуратно и красиво. После того, как я убрала картонку, я убираю сверху крем. Конечно, по-хорошему нужно сначала снять аккуратненько коричневый крем, а потом равнять поверхность белого крема. Потому что если остаются такие вот пятнышки, то они потом просвечиваются через картинку, она не на 100% перекрывает цвет торта. Я убираю специальным кондитерским шпателем, но вы можете взять обычную 30-сантиметровую линейку и убрать ею. Дальше я снимаю картинку с подложки, она такая прозрачненькая. Предназначена для того, чтобы картинка не поломалась в дороге. Также ее, как вы видели, упаковывали в папку для бумаг картонную, и потом еще эту картонную папку в картонке еще обкладывали. Поэтому упаковывают картинки хорошо, чтобы они не поломались. Итак, мы сделали картинку, посадили на тортик, но края не сильно красивые. Нужно как-то это все украсить, потому что выглядит пока не очень опрятно. Для этого я беру безешки, которые я купила за 20 гривен в магазине, всю упаковку. Смазываю их кремом и сажу на тортик по краям. К сожалению, сами безешки достаточно крупные, и если я полностью все сделаю, то я прикрою немножко челку нашей Pinkie Pie этими безешками. Конечно же, оно будет выглядеть не сильно красиво, хотя, в принципе, можно и ею. Хотя это все на любителя. Поэтому по диаметру я раскладываю безешки, а вот место шевелюры оставляю свободно. Я беру посыпку, нашла дома серебряную посыпку, такие мелкие-мелкие шарики. Смазываю кусочек, уголок тортика кремом, который у меня остался, и присыпаю этими серебряными шариками. Вот так вот у нас красиво получается. Маша будет очень и очень рада. Вот эта калькуляция нашего торта. Вот во столько он обошелся, всего лишь 245 гривен. Если заказывать торты на заказ такими же примерно рисуночками, то это обойдется минимум 300 гривен килограмм. Причем минимальный заказ 3 килограмма. А у нас получился 1-килограммовый торт. И еще дешевле, чем берут девочки, которые делают на заказ подобные торты. Поэтому, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Ну и счастливая именинница, сдувает свечки. Скажи, шоколад! Шоколад! Мармелад! Мармелад! Да, чупа-чуп! Скажи, сыр! Сыр! Рыба! Рыба! Да. Что мы еще знаем? Кастрюля на голове. Спасибо. Еще.
желание задумывается. Ура!